Давай. Вот так. Снимай, снимай все, давай. Здравствуйте, это Химико. И сегодня мы вам расскажем, как делать иллюминесценцию с помощью оксихинолина, любого соединения алюминия, например, алюминий хлор 3. Ну и для катализации реакции. Удержание постоянного pH. Мы будем использовать аммиачно-буферный раствор. Для этого все добавляем буквально по 1-2 каплям. И оксихинолин. Теперь посмотрим под ультрафиолетовым излучением. Смотрите, как на идиотов. Продолжим? Давай, давай. Вот что получилось у нас на фильтровальной бумаге. Теперь рассмотрим под ультрафиолетовым излучением. Мы наблюдаем яркое желтое свечение.